Здравствуйте, рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня я хочу показать, как связать вот такой вот необычный, яркие слитки. Один у меня уже готовый. Выглядит он вот таким вот образом. И я хочу показать, как на примере второго, как вяжется такой следок. Вязание я начинаю с 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вяжу 2 воздушные петли подъема и в третью от крючка петлю я начинаю вязать полустолбики. Провязываю 10 полустолбиков до конца ряда. Девятый и десятый. Со второго ряда я начну делать прибавки. Делаю 2 воздушные петли и разворачиваю. В промежуток между первым и вторым полустолбиком, вот сюда, вот в это место, я начинаю вязать первый полустолбик. И до конца ряда провязываю полустолбики. В конце ряда буду я немножко по-другому провязывать, поэтому я вам покажу. Провязываю полустолбик между петлями подъема и первым полустолбиком. И также делаю накид на крючок, и в воздушные петли я провязываю еще один полустолбик. Вяжу 2 воздушные петли подъема, делаю накид на крючок. Эти первые 2 воздушные петли у нас и будут заменять прибавку. Между первым и вторым, между петлями подъема и первым полустолбиком, я вяжу первый полустолбик в этом ряду. Провязываю полностью ряд полустолбиками. В конце ряда обращаю внимание, что нужно вязать полустолбик между предпоследним и последним столбиком и еще один полустолбик в крайний. Вот, делая такие прибавки, мы провязываем высоту нашего изделия, пока у нас не получится 25 столбиков. Вот я закончила делать прибавление. В работе у меня 25 столбиков. И теперь я буду провязывать
высоту 27 рядов красной нитью. Особенность вязания. Здесь мы не вяжем 2 воздушные петли, а вытаскиваем петлю первую. Вот эту рабочую нить вытаскиваем. И между первым петлями подъема и столбиком мы вяжем первый полустолбик с накидом. Далее вяжем без изменений полустолбики до конца ряда. Последний промежуток между столбиками мы вяжем полустолбик, и также в крайний полустолбик мы вяжем полустолбик. Вот таким образом мы провязываем высоту красной нитью 27 рядов, и далее потом мы поменяем цвет нити. Провязала я после прибавления 27 рядов красной нитью. И теперь буду менять нить на другой цвет. Двадцать восьмой ряд я буду провязывать уже темно-голубой нитью. Ввела в работу. Также вытаскиваю первую нить, первую петлю подлиннее, и между первым и вторым столбиком вяжу столбик без накида. Дальше также полностью ряд провязываем столбиками без накида. Вяжем между столбиками предыдущего ряда. В конце ряда также провязываем полустолбик между предпоследним и последним, и последний полустолбик вяжем в последний полустолбик предыдущего ряда. Темно-голубую нить мне также необходимо будет провязать 27 рядов до убавления. На 28 ряду я начну делать убавление. Провязала я 27 рядов голубой нитью. И теперь я буду приступать к убавкам. Начало ряда. Убавку буду делать в конце каждого ряда. Начало ряда мы начинаем, как обычно. Вводим крючок между двумя столбиками. Первым и вторым. И вяжем первый полустолбик. Далее
вяжем полустолбики между следующими столбиками предыдущего ряда. В конце ряда я сделаю убавочку. Вот я довязываю фактически до конца ряда. У меня остался предпоследний и последний столбик. Я делаю накид и вяжу последний полустолбик между вот этими двумя столбиками. Разворачиваю и начинаю вязать, как и начало ряда, как и в предыдущем ряду. То есть я вяжу первый полустолбик между первым и вторым. И так далее полустолбики до конца ряда. Вот я довязала и этот ряд до конца. Между предпоследним и последним столбиком я вяжу наш последний полустолбик. Вот это и есть моя убавка. Такие убавки я делаю до тех пор, пока у меня не останется в работе 11 столбиков. Вот у меня осталось 11 столбиков. Оставляю нить для сшивания и закрываю петлю. Теперь хочу сказать о размерах. Высота 9 сантиметров, 9, можно, ну, от 9 до 11 может колебаться. У меня здесь 10 сантиметров. Размер 36-38. Я вязала 44 сантиметра. То есть у меня красная часть равна 22 и синяя часть равна 22 сантиметрам. Так что они тянутся, получается, что они подходят на ногу от 36 до 38 размера. Сейчас покажу, как их надо сшивать. Сшивала я по лицевой стороне. Первый нам как-то без разницы сшивать, а второй нам нужно посмотреть, чтобы у нас соответствовало, цветовые части соответствовали друг другу. Вот так. Подхватывая столбики с обеих сторон, сшиваем наш следок. Буквально чуть отступая, подтягиваем, и шва у нас практически не будет видно. Вот такой он будет аккуратный и красивый. Он везде такой. Вот так вот подхватываем, не за крайнюю, а чуть подальше. И подтягиваем. Сшивать будем
вот до середины нашего слитка. Это получается, мы прошиваем подошву. Вот я прошила подошву, вывожу иглу на изнаночную сторону, закрепляю нить, немножко распушилась, ничего страшного, подтягиваю еще раз. Обрезаю и возвращаюсь. Здесь мы будем прошивать вот эту вот носочную часть и вот здесь вот по сторонам прибавок убавок полностью вот этот кусочек и вот здесь, наверное, сантиметр где-то захватываем выше. Также по лицевой стороне. Захватываем. Столбик здесь, столбик здесь, столбик здесь, столбик с другой стороны. Вот так подтягиваем, и у нас получается ровный шов. И таким образом дошиваем вот до этого места. Так как у меня здесь крайний край, как бы сказать, ну, ровный, но для обвязки он получается неровным. И я обвязала белой нитью, поэтому я обвязку делаю следующим образом. Беру красную нить. И первый ряд я обвязываю столбиками без накида красной нитью. Красной нитью я буду обвязывать до голубого цвета. Просто столбики без накида по краю. Вяжу вот до голубой нити. Довязала я на голубой нити, обрезаю и над голубой частью я провязываю столбиками без накида голубой нитью. Эти концы я включаю в вязание и провязываю их под петли. Вот таким образом я провязываю теперь голубую часть до красной. Довязала я голубой нитью до красной. И теперь могу смело обвязывать белой нитью. Первый ряд у меня будет красиво, смотреться красиво. Также ввязываю концы и здесь уже под каждую петлю вяжу столбики без накида.
Первый ряд получается ровный, петли у меня не прыгают. Высоту провязала белой нитью, я 3 ряда столбиками без накида. Заключительный ряд я делала, вязала рачьим шагом. Вяжется он у нас слева направо. Вводим крючок, захватываем нить, вытаскиваем, перекручиваем, провязываем обе петли на крючке. Вводим крючок в петлю, вытаскиваем нить и провязываем 2 петли. Вот таким вот образом. Итак, провязываем полностью по кругу. И последнее. Украсила я такие слитки вот таким вот бантом. Ну, я думаю, что каждый может украсить по своему вкусу. У меня вот получился вот такой бант для украшения. Ну, вот, в принципе, и все. Благодарю вас за внимание. Желаю вам творческих успехов. До новых встреч!